Государственные закупки только в электронном формате. На расширенном заседании правительства Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что именно в сфере госзакупок больше всего нарушений и коррупционных действий. Предприниматель Шымкента Кайбек Камбаров согласен с тем, что при проведении конкурсов необходимо исключить человеческий фактор. Он считает, что только электронный вариант может обеспечить прозрачность в этой сфере и значительно сократить издержки для бизнеса. Президент сказал, что полностью надо госзакупку перевести в электронный вариант. Это даст, конечно, возможность развития бизнеса. Я считаю, то, что когда нет контакта с людьми, друг другом, не будет коррупции. То есть будет каждого предпринимателя будет возможность выиграть тот тендер.